Добрый день. Как вы знаете, рекрутировать на продукт – это один из самых эффективных методов. Когда мы приглашаем на продукт, которым мы гордимся, который мы любим и который по праву является одним из лучших в мире. Сегодня я вам расскажу, покажу на примере, как можно рекрутировать на такой продукт, как восстанавливающие капсулы NovAge Nutri 6. Если вы еще с этим продуктом не знакомы, я очень рекомендую вам посмотреть это видео, потому что, скажу вам честно, я с этим продуктом близко не был знаком до недавнего времени. Я видел эту картинку в каталоге, мне очень нравилось, как она выглядит, но я не понимал, зачем он нужен. У меня уже есть крем, у меня уже есть комплексный уход, зачем мне нужны капсулы. После того, как я познакомился поближе, у меня возникло ощущение, как я вообще жил без этого продукта. Но об этом чуть подробнее попозже. Итак, два варианта, как можно рекрутировать в формате Lead Leaf с этим продуктом. Этот продукт идеально подходит для рекрутинга. Объясню почему. В баночке есть 30 капсул. Это 30 возможностей не просто познакомиться с человеком, 30 возможностей дать ему попробовать этот продукт и 30 возможностей позвонить человеку после того, как он этот продукт попробовал, для того, чтобы спросить, какой эффект, какие у него впечатления и пригласить его на следующую встречу. Итак, с этим продуктом можно рекрутировать в двух форматах. Первый формат – это когда вы в формате Lead Leaf выходите, устраиваете зону NovAge, зону Skincare, уже зависит от вас, как вы ее оформите, и приглашаете людей на тестирование продукта. В этом случае капсула идеально подходит, потому что когда вы пообщались с человеком, он уже проявил интерес, вы рассказали ему о продукте я также подробнее расскажу, и после этого вы берете у человека контакт, и уже только после того, как взяли контакт, вы вручаете ему капсулу для того, чтобы он мог самостоятельно дома, вечером, перед сном попробовать эту капсулу, попробовать этот продукт. Рассказываете, как ей пользоваться, и говорите, что вы обязательно с ним свяжетесь, потому что вам важно его мнение относительно этого продукта, эффекта, вообще тому, как ему понравилось, какие ощущения, ароматы, запахи и так далее. То есть у вас есть возможность не просто что-то человеку подарить, дать в обмен за контакт, да, что само по себе уже такое налаживает связь, налаживает отношения. Но и в то же время у вас уже есть возможность человеку позвонить, а у человека уже есть некая ответственность перед вами все-таки взять трубку, вам ответить и поделиться теми ощущениями, которые он получил после использования этих капсул. Это первый вариант, как можно рекрутировать. Используйте капсулы как сэмплинг, 30 штучек, уже с теми контактами, которые вы чувствуете, что да, вот человек заинтересовался, с ним можно будет созвониться, пригласить его на дальнейшую сессию. Мало того, когда человек самостоятельно попробовал, у вас есть возможность пригласить его на сессию по массажу, мы сегодня это попробуем, и сказать, что это отлично, что вы попробовали, если вам консистенция, аромат, эффект подходит, приходите, я проведу вам профессиональный массаж, и вы почувствуете, как этот эффект еще лучше будет, когда это наносится вместе с профессиональным массажем. Видите, целый комплекс прям, то есть не просто взяли контакт, а вы уже целые отношения с человеком выстроили, уже такие долгосрочные отношения. Поэтому вот эти инвестиции, одна капсулка, по сути это где-то 30 гривен получается, эти инвестиции, они того стоят. Потому что из 30 таких контактов, которые вы возьмете, уже велика вероятность, что не 10-20%, а процентов 60-70 придут к вам на следующую встречу. Попробуйте обязательно, очень хороший инструмент для рекрутирования. Второй вариант. Если все-таки вы пока не готовы инвестировать в рекрутирование, инвестировать в налаживание вот таких долгосрочных отношений, вы можете просто подготовить пригласительные, указать вот эту красивую баночку, выписать выгоды, преимущества этого продукта для клиента, зачем ему это нужно, и такие пригласительные раздавать уже в обмен на контакт, приглашать уже на массаж лица, который мы сейчас вот с Мартой проведем, и уже приглашать человека на профессиональную процедуру, чтобы он уже оценил в полной мере преимущества этого продукта. Ну что ж, если вас, кстати, пугает само слово массаж лица, я вам скажу честно, до недавнего времени оно меня тоже пугало, во-первых, потому что я сам не часто хожу на массаж лица, но сегодня меня Надежда буквально за 20 минут научила основам того, как делается массаж лица. Мало того, я заинтересовался этой темой, я залез в Google, и я нашел огромное количество курсов, не только в Киеве, а вот выберите любой город, есть курсы, экспресс-курсы, за несколько часов научат, за несколько недель научат любой глубины знания о том, как делать массаж лица. Это ваши инвестиции в ваше развитие, в ваш бизнес, в ваши продажи. Если у вас будет сертификат профессионального уже массажиста, вы совершенно другой уверенностью тоже будете эту услугу предлагать. Но даже сертификат вам не нужен, азы за 20 минут вы можете получить, даже глядя на это видео.
Итак, мы берем одну капсулку и убираем вот так вот шляпку, отрываем и выдавливаем вот сюда содержимое капсулы. Видите, да? После чего мы уже его наносим несколько основных точек, которые мы уже будем потом массировать. Я фактически делаю массаж этот второй раз в жизни. Один раз нам не показали, второй раз я попробовал, потренировался перед видео. И сейчас буду делать на камеру первый раз. Все, мы нанесли на основные точки, и сейчас очень простое движение. Вы знаете, это по массажным линиям, да, вы начинаете этот крем вот так вот втирать в кожу равномерно, лоб. Не забывайте про фейсбилдинг. Помните, да, по носу, по массажной линии тоже вверх поднимаете. И самое интересное, видите, Марта я не вижу, она, наверное, улыбается, но когда мне Надежда делала массаж лица, я улыбался, и, честно говоря, я даже вошел в такое трансовое состояние, потому что невероятная релаксация, невероятное расслабление. И вот такие простейшие движения, считайте, если вы освоили, то уже основы массажа лица вы поняли. Затем, как можно еще, ну, для того, чтобы, во-первых, лучше впитался масла, вот такими поглаживающими движениями по часовой или против часовой вы тонизируете таким образом кожу, да, вот любые намеки на какие-то обвисания, брыли, еще что-то, вы таким образом это убираете, масло впитывается хорошо в кожу, да, и эффект, соответственно, вы получаете такой моментальный. Получается двойной эффект. То есть, когда человек, если вы никогда не делали массаж лица, никого не приглашали и, в принципе, на вот в качестве скин-эксперта не рекрутировали, я вам очень рекомендую, потому что если человек вам доверился, вашим рукам, то эффект двойной получается. С одной стороны, он получает удовольствие от продукта и эффект от продукта, а эти капсулы – это идеальный продукт для того, чтобы сразу увидеть эффект, ну или там на следующий день. С одной стороны. С другой стороны, он получает удовольствие от процедуры. И в следующий раз, когда вы ему позвоните и пригласите на тестирование, например, туши или помады, человек уже будет помнить про то удовольствие, которое он получал, когда ему делали массаж лица. Вот такими простыми движениями, я уверен, вот я их освоил за 20 минут. Спасибо большое, Марта. Я уверен, что вы их сможете освоить точно так же. Два варианта рекрутирования всего на один продукт. Уникальный продукт. Об этом я расскажу в следующем видео, о том, как этот продукт продавать. Но, по сути, это концепция рекрутинга. Неважно, летнего или зимнего, покупаете такую баночку, обязательно пробуйте на себе. Вы знаете, продажа продукта начинается с того, что вы пробуете его на себе. У вас должны быть личные ощущения, личные эмоции, связанные с этим продуктом. Иначе продавать будет в разы сложнее. Пробуйте на себе, звоните всем своим знакомым, говорите: слушай, я тут нереально крутой продукт попробовала, приходи, я хочу тебе сделать массаж лица, рассказать немного о продукте, очень крутая штука. Ничего не буду продавать, я хочу сделать тебе массаж лица и рассказать немного о продукте. Вы можете, знаете, еще даже сказать, что я сейчас практикуюсь как массажист, я сходила на курсы, сейчас мне нужны модели, любой девушке приятно побыть моделью, да? Приходи ко мне на массаж лица, у нас, кстати, появился новый продукт, капсулы Nutri 6, Novage, я тебе расскажу. Вот такая концепция рекрутинга, один из тысячи продуктов и целых две концепции рекрутинга. Мы эту рубрику с вами обязательно продолжим, а в следующем видео вы увидите, как продавать легко, вкусно и интересно вот этот уникальный продукт, в который я лично просто влюбился, и сейчас я буду им пользоваться сам. Спасибо, увидимся в следующем видео.